Не этот танк был, короче, другой танк был. Его, в него два раза попали с ракет противотанковых, и он остался целый. Но волею случая и наших... Ну, он просто поломал. Скажу так, просто поломал. Танк сколько раз вяжу? В этот танк один раз попали. Вот. А игрушку вешаем мы сюда вот здесь, вот в этом месте, вот так. Вот в этом месте. Просто тут сейчас проволочки нету. Повесим здесь. Здесь у нас и гномик вешался вот сюда. Тоже привозили, тоже от детей передавали маленьких гномиков. Вот. И этот. И игрушки всякие. Вешаем сюда здесь. Никаких названий. Нет, там очень распространено. Вот такое, как название пишут там всякие на машинах своих там одно, второе, эти белые полосы непонятные для кого делают. Это все бред сумасшедшего. Это. Вот бревно разбитое, вот там отверстие. Вот. Оно маленькое, но многие не понимают, думают, это пулька. Это действие кумулятивной струи. Она образуется с очень большим давлением, нереально большим давлением. Как мне рассказывали, там более 1 000 000 атмосфер получается давление и очень большая температура. Ну и соответственно, конечно, при такой, таком большом давлении большая температура получается. Оно прожигает металл, просто как газовая горелка, так очень большая. Знаете, как металл режет газом? Принцип тот же самый получается, только гораздо больше. Она пробила отверстие, броню пробила, там 9 мм толщина. И дошла аж вот сюда. Вот здесь вот до брони достала. Но у нее действие гораздо больше. Это наше, не переживайте. Вот. У нее Добрий день. Добрий день. Розкажіть. Слава Україні. Героям слава. Як ваш святко? 1+1 ми дуже любимо. Дякуємо вам. З праздника всіх вояк, всіх захисників України. Так, Ваня, все, щілки немає, не спіши. Як немає? Готов людей. Що людям хотів взагалі своїм колегам побажати? Хотів би побажати всім святкового настрою. Саме найперше, що мені хотілося б побажати, це сміливості, не бійтеся. Вони так само, такі як і ми, зроблені з одного гамна. Будемо їх знищувати, тому що у них в голові не телевізор, вони не обдурені, вони просто наш український народ не люблять. І всі козачки, всі найманці, чеченці, ой, звиняюсь, не чеченці, кадировці, всі вони хочуть нас вбити, знищити так, як, таку країну, як Україна. Ну, у них нічого не вийде. А відчуваєте? Оце Ваня так бит готовий. Ну, тут ми найкраща кухня, пиріжки пече. Так, жаримо пиріжки. Тут буде висіти. Їди у нас, їди у нас тут дуже багато. Заходьте. Ну, ми живемо там, де дежурні, в общем. Яковий сніданок чи вечерю, чи обід, що у вас там? У нас картошка. Не знаю, я в 93-го года, я ніколи не думав, що ми будемо. Тим більше, не туди, не сюди. Ну, вас же поздоровили. Ну да, спасибо. Вас теж поздоровляю. Ідіть. Нормально. Нормально. Нас теж поздоровляють, так, з тої сторони. Кожен день, ночі, днем, в любе время. Ось розриви. Бачите, півкучі рознесло. Але все живі? Ну так. Да. Добре, як сьогодні святкувати будете? Будемо дежурити. На бойовому посту. Може, безпілотник плануєте збити? Що на святку? Ну, як появиться, будемо. Як вас звати? Сергій. Мене Василій. Саша. Саша, тебе вже поздоровили зі святком? Да. Що б тобі бажали, розкажи? Та здоров'я. Все? Крепких нервів. Крепких нервів. Щоб додому верталися. Живим і цілим. А ти звідки? З Полтавської області. А хто в Полтавській області чекає? Мене? Да. Родителі, брат. Можна їм щось сказати? Як боєць себе почуває? Все добре, все дуже хорошо. Тяжело же здесь, наверное, зима, холодно. За счет чего вы здесь держитесь? Ну как за счет чего? За счет семей дома. За то, что Украина есть, родина наша. Вот из-за этого мы здесь. И будем переносить невзгоды. А хочется домой? Ну как, конечно хочется. Где вас родные? Харьков. Уже поздравляли вас сегодня? Поздравляли.
Что вам желали? Мы всех спрашиваем. Ну как, здоровья, скорейшего возвращения, мирного неба над головой. Когда война закончится, что вы будете делать? Заниматься своими домашними проблемами. Работа, семья. Ну чего всего, больше всего, знаете, первое, придете с вами, так, снимите на себе. Ну... Не знаю. Не могу знать, что завтра будет. Но есть там желание самое большое? Нет, так. Все равно? Да. Как вас зовут? Саша. Почему? А что нам должно? Ничего не празднует. Война есть война. 6 грудня, день украинской армии. Давай, все нормально. Я радую всю украинскую армию. Всем привет, всем украинским армейцам. А вы? И мы. А мы держим позиции. Нам расслабляться некогда. Це найкращі бойці забезпечують інженерно-технічні споруди наші. Тайні не видавайте. Але от Володя теж не зареєстрований. Я свідчу, що він воював з, получив поранення з червня, здається, місяця. Теж липня. З липня місяця. Отримав поранення. От. Ми з Петром воюємо. Ми є ветеранами теж батальйону Азов. З Азову перейшли в Айдар. Там Міністерство внутрішніх справ, тут Міністерство оборони. Неважливо, які причини. Важливо те, що хамське відношення до ветеранів, до фронтовиків. От. І криси тилові, які за нашими спинами ховаються, мають перед нашими побратимами преференції. Та мені соромно отримати цю зарплату, мені соромно отримати ці пільги, які є. От. Бо я виходжу на один рівень з тими крисами тиловими, які сидять в тилу, які за нашими спинами ховаються, які зараз набувають собі кишені, які п'ють там, які нічим не займаються, не участвують в бойових операціях. І виходить, що мої бойові побратими якось статусом нижче за мене. Мені соромно. Хоч бери да відмовляйся, подавай відставку і знову сюди не знаю. Через як вас звати? Мене звати Монах. Йдемо в місце жительства наших бойців. Так сказати, в кровлю. Опа! Відчиняйте двері, будемо знайомі. Тут ми прячемо цяк. Большой гранат. О, мухи тут стоят сразу. Нормально. Ну, тут можно не фотографировать. Если. Обалдеть. Ну да. Ого. И матрасики, смотри. Все как надо. Да. Так. Вот такая. Вот это заряд. Стоит в танке здесь, она вот так вот, она складывается вот так вот, ну сейчас покажу. Они вот так вот складываются. Вот в таком виде, ага. Они внутри в танке находятся. Ага. Конвейер подо мной крутится вот так вот. И потом, когда определенный снаряд выбирается, он его поднимает, вот этот лоток. Вот так вот выпрямляет, раскрывается вот так вот. Ну я понял. Вот, и досыл пошел в пушку. Заколдованные дела, будь на листьях, не будет рассвета поутру, пусть луна с небом пасмурным зори, все равно я сюда тебя зову, о, во дворе. Ты как мог, я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно, украду. Итак, дорогая Наталья, скажите, что вы прячете в этих изящных торбочках? Я не прячу, я их буду раздавать нашим защитникам Отечества. Какие вы молодец. Мы нет. Это люди, которые это сделали, они молодцы.